Приехали с барашками. Пойдем я. Какой шикарный. Ну дай им чуть-чуть пожевать что-нибудь. Что там у тебя есть? Давай посмотрим. А вон смотри, можно даже чип фейс сделать. Кончилась у тебя еда? Это им не нравится. Такое они не едят. Да, жалко, далеко находится от дома этот парк такой для барашков. Что там, Дианка? Горячий? Ой, у нее ножка больная, сами Дианка. Жалко, ничего не осталось у тебя, да? Здорово, Диана. Ну он там не достает до твоей штуки. А вы покормите? А не гонофит. Смотри, а вот крышка, Диана. Кабанчик, смотри. Ну вот, смотри, вон такой жирный. Смотри, вот смотри это. Крюша, смотри. А это лошадка, да? Пони. Она просто кушать хочет, наверное. Вот, ее вот так погладить. Вот. Не давай мы пока. Пойдем еще посмотрим. Смотри, какой большой кабанчик. Да. Крючка. Хочешь крючку погладить? Нет. Смотри, он стучится. Он хочет. Что-то он зовет, наверное, где-то. Может, погладить хочет? Ну, погладим. Он кушать хочет. О! Кушай. Он делает. Только ты все не давай ему. Ой, упала. Ну, ты надо было с рук давать, так интереснее будет. Ну, ладно, пойдем дальше, Дианка. I have to go. See you back. Ну, ты держи пока, не давай. Смотри, там еще много барашков. Ой, а здесь вот, смотри, лама. Кабанчик от нас не отходит. Ну, какой крюк. Пойдем. О, а вон розовый барашек, смотри. Хочешь его покормить? Хочешь, я дам одну ему, смотри. Да, я ему прям с рук дам. Вот так вот, смотри. Смотри, он как выскочил прям. Смотри. Ой, какой хороший. Вот, смотри, даже это пришла, Дианка. Да в ротик ему ложи, да я тебе покажу как, смотри. Вот так уложи ладошку, смотри, и он возьмет. Видишь, вот. Ты ему вот так просто не давай, чтобы он пальчики твои не облизывал. А на ладошку положи, он язычком возьмет.
Что, боишься? Ой. Ну пойдем, пойдем дальше. Папа, пойдем туда, пойдем. Пойдем туда. Ого, выскочила через забор. Ну, пойдем дальше, посмотрим. Лошадки нас не оставили. Не оставили в покое. Пойдем туда. Просит покушать, смотри. Одну возьми в ручку, на ладошку положи, как я тебя учил. На ладошку. Одну взяла. Вот, на ладошку положим. Он возьмет язычком. Вот, видишь? Видишь, как здорово? Теперь можешь погладить его. Пойдем. Вы не барашки. Она тоже хочет. Ты хочешь еще покормить? Смотри, видишь, он тоже хочет. Ой, какая утка. Все просят. Ну пойдем дальше. Смотри, там он олень какой-то или что. Сразу боишься? Хочешь, я дам? Давай я дам, дай мне. Ой, а давай оленя ты дашь. Ты дашь? Ты олень. Хочешь дать? Давай, смотри. Ой, какой хороший. Ой, ой, мой носик какой. На тебе. О, видишь? Попробуй ты дай, Дианочка. На ладошечку положи. Ну-ка, как я тебя учил. Вот, вот, вот. Но ты не бойся, чтоб не падало у тебя. Вот, видишь, как здорово. Можешь погладить. Он тебе башку дает, видишь, погладить. Вот. Утки опять, какие большие. Опять ты утка. Ну, надо было хлебушек, наверное, взять. Ну, видишь, что тут за нами? Страусы. Хочешь их покормить, Диана, страусы? Я не хочу. Да? Смотри, как он за нами олень не отходит. Это олень или шпрагов у него? Дианка. Здорово. Погладь ему спинку. Ты боишься, да, Диана? Он хочет еще поесть. Смотри, вот так вот его можно покормить. За то, что ты его кормишь, он тебе дает теперь почухать чуть-чуть его. Видишь, так можно головешку, ушки почесать. Мне тоже тут нравится. Вот, вот, вот. Вот, 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 живет. Ой, какой хорошенький. Все, пошли. Ну, пойдем. Ты не лама. Извини. Давай страусов покормим. Ой. Страусов. Давай. Давай я. Давай мне. Ну-ка. Давайте. Ух ты! О! Ух ты, он вот сам такой клюется. Ну-ка дай папа еще. Смотри. Подожди. Смотри, нравится, да? Ух ты, а я тебя дай поснимаю еще. Ух ты, какой, смотри, глазастый. Что, ты хочешь, да? И ты тоже хочешь? Ой, они два хотят, и все два, и три хотят, все три хотят. Смотри, Дианка. Ладно, давай я ему так на ладошку дам. Больно? Ну, он чуть-чуть так щипает кожу. Не хочу. У меня нет. Здорово, да, Диана? Ладно, пойдем дальше. Голову. Ты уже не боишься, Диана? Нет. Ну вот. Так с ладошки. Он тебе, видишь, голову дает еще почесать его. А, спасибо, говорит, да, Диана?
Что, ты боишься погладить? Смотри. А еще? Ладно, пойдем, пойдем. Там еще есть это, Дианочка, зверюшки. Дианка. Так научишь сейчас его. Моа. Давай сюда не иди. Пойдем, пойдем. Тут можно идти. Видишь, тут дорожка. Красота. Сейчас пойдем. Папа. В парк. Папа. А. Папа. А. У тебя есть идея, куда мы идем? Есть. Мы идем назад в парк. Где барашки? Здесь это. Ну, это такой парк, где можно гулять, смотреть, какая природа красивая. Это для лошадей, для него тренироваться. Да, это, я думаю, вообще всем нужно приехать сюда. Папа, до нас идет пчела. Нету за нами никого. Вон барашки опять начинаются, видишь? Вон они нас ждут. А здесь, наверное, специально, чтобы бегать детям. По досточкам. Иду. Видишь, вход. Видишь, написано вход. Давай сюда зайдем. Пойдем. Пошли, Диана. Не надо. Почему? Не надо. Они убежат. Не, мы туда зайдем и закроем дверь. Пойдем, Диана, заходи. Заходи. Ой, они голодные. Ну, конечно. Пойдем туда. Туда зайдем. Нет, заходи. На Орлаут. Орлаут, видишь, тут вход написано. Заходи быстрее. Я закрою дверь. Давай. Быстро. Вот, все. Вот. Здесь, пойдем у нас, вот здесь вот, Дианка, Диана, смотри, вот здесь вот можно сесть, Диана, смотри, вот здесь можно сесть, и они возле тебя будут играться. Вот, садись. Они все за мной идут. Ну, конечно, у тебя же не так. Папа. Смотри, чтобы не отобрали тебя. Папа. Смотри, знаешь что, я теперь понимаю, почему вот эти штучки. Если ты за ними будешь идти, вот по ним, они за тобой будут бегать. Барашки. Ой, ай-яй-яй, ты че? Ой. Пойдем, пойдем. Вот пошли, пускай они за тобой лазят, Диана. Помнишь, Диана, мы в тот парк ездили, там барашки от тебя убегали, а здесь они за тобой бегут, видишь? Вот, ну-ка побегай по этим, они, может, за тобой побегут. Вот, если он за тобой бежит, ты ему дай одну тогда. Ой, он бегает за тобой, Дианка. Видишь, какой молодец. Ой, как они бегают быстро!